мы в Петергоф слушать хорошую музыку. Да, друзья, сегодня в киноцентре «Каскад» в городе Петергофе проходит замечательное, интереснейшее событие. Симфонический оркестр будет исполнять хиты всемирно известных групп, таких как Led Zeppelin, Deep Purple, Nirvana и даже Beatles. Мы решили побывать на этом концерте, получить отзывы от зрителей, а также... В нашем городе проходило такое мероприятие. Жаль, что мы не из этого города, к сожалению. А с какого города? Мы из Мурманска. Я приехал сюда ради концерта из Таллина. То есть, если раньше, наоборот, из Петербурга аквариумы, эти ДДТ, они ездили в Таллин, как культура, знается, лица, то наоборот, у нас сейчас Европа загнивает. И мы ездим сюда, в Петергоф, в Ленинград, в Петербург, чтобы слушать музыку, классическую музыку. Шикарный концерт, очень хороший концерт. Ломоносовские и петергофские зрители, по-моему, посмотрели быстрее. Я видела афишу, по-моему, в Октябрьском следующий концерт будет. Поэтому мы первые. Замечательно. I nomi più importanti, quindi da i Deep Purple, gli Scorpions, Guns N' Roses, abbiamo i Metallica, abbiamo veramente il top del top.